Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, верховного жевжика планеты Земля. А значит, вы на канале Лёша Играет и тоже, возможно, являетесь жевжиком, кто вас знает. А смотрите вы продолжение партии Загорга, сетевая битва на 10 человек на карте Континенты. А вообще подробности в первой серии. Ссылка на весь плейлист в комментарии, прикрепленном и в описании к этому видео. Переходите туда, смотрите с самого начала. Спонсоры канала, кстати, в этом плейлисте все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку. А вам всем приятного продолжение просмотра. Построим, чтобы... Японцы уже приплыли, фанатские группы. Чтобы были послы на всякий случай, если вдруг перекупят валет, то к тому моменту, как я открою этих плотины. Так вроде успеваю. Сейчас синтетический материал следующим ходом открываются, и два хода буквально компьютера, и все. Должен успевать. И два хода только до пятого перейдет, да. Плотины будут. Главное, чтобы в два раза больше, чем у меня сейчас есть. Это как вообще? Победа 17 ходов. Ой-ой-ой. Да это я потому что сыграл. Я как он задолбал, вот честно. Как он видит вообще? Просто две подводных лодки минус. Как он вот их видел? Так, а кого я там взял? О, ученого можно. Торговца. Японец, забери ученого. Не, у меня ученый... Подожди, кого я взял сейчас? Вот этого ученого на тропические леса, да, по-моему? А, и вот этого. Так, какую ГГшку я хочу засоюзить таким образом? Айутхаю, может? А что она дает? Что там они так за нее? По сроки зданий... Ну, уже поздно. Сейчас она нам нафиг уже не нужна, да? Ну, можно на Валетту подержать, если вдруг. Питается. Ты когда японца заберешь, ты на меня пойдешь? Зачем? Ну, просто логически, но по континенте больше никого нету. А смысл? Конечно, пойдет на вас. Он же очками вот может какой, победить. Какой смысл мне идти? Очки. Как я же и так, по-моему, лидер. А. Так, надо туда, где у нас много тропических лесов. Да он все видел, господи. Кто сказал? Да ну. Ну смотри, вот у человека какие варианты надо вообще победить? Там только тропические леса, да? Если он не построил космопорт. Вот какие варианты у него? Только один. Вот тут 4 будет, да? Тут 4. Ну пиздец, конечно. Все спор. Ну сюда нам надо. А вы все воюете со мной. Канадец. Ну, теперь точно, я думал... Ну, Китай, в принципе, в космопортах. Ну, не строил их. Ну, сколько там? 24 хода. Ты проблема нашего континента, а Китай того. Какая я проблема? Я живу мирно, я никого не атаковал. Я с Шумером в десны вообще союзился. Бесплатно ему ресурсы давал. Китай, вы... Так ты это все делал для того, чтобы победить. Логично. Правда. Же, правильно? Потому что я добрая душа. Я против войны.
Ну, конечно, потому что Канада, ты воевать особо не можешь. Кто вынес этот военный кризис? Ну, расскажите. Не я. Я далеко вообще. Это вообще другого континента, я так понимаю, тоже военный кризис. Ну, а у нас уже преобладает канадская культура. В Греции. У нас, кстати, только китайцы сопротивляются. Василий публично осуждает. Да. Это крыса караван. Ну, открыл. Ну, те, которые к тебе приходят. Чего, ты доволен? Да, вполне. Кинус еще тут. Ну, рапануи дает большие эти строить. Унсу можно, кстати. О, унсу давайте попробуем. Пересоюзить. Не самый крутой город, но нам просто больше нечего. Если сейчас мы купим... Плотины, Валетта нам будет больше не нужна. Больше времени, я бы канадцы ядерками закидала, так не успеваю. Так, и в Аргасе бы нам, конечно, дамбу и гидроэлектростанцию сделать. Так, что у нас тут дальше? Мобилизация. Три корпуса. Вьетнамец, а ты видишь, где у тебя рок-группы? Там он уже рок-группы прям в центре твоей империи. Я ему юнитов убиваю, кавалерий. Я тут. Они там не одни ходят. А производства у него не так много. Заберите вьетнамца. Сейчас упадет Константинополь. И упадет количество культуры. Туризма, точнее. Так, компьютеры открыты.
Все, зашибись. Тут мы решили проблему. Виктора-то за что? О, мгновенно, блин, сейчас я ему всех губеров выкину. А, когда здесь использую тогда. Тут хоть сколько-то. Просто тут, видите, он закрывает, не могу туда ученым встать. Так, ну теперь можно Унсу тогда. В Унсе использовать этого парня. Так, можно что-то, давайте еще рабочих покупать каждый ход. А, нет, или на самолет. Давайте на самолетике оставим. Самолетики купим. Когда у нас союз с Вьетнамом заканчивается? 3 хода, зашибись. А Лос-Анджелес когда? Следующим ходом присоединиться. Хорошо. Хорошо. Алюминий 4 захода. Я думаю, что самолетов 6 мы можем. 2, наверное, купится. Так, куда нам теперь? Ну, стали варенье надо открыть после самолета. У тебя приколы есть. Извините, танчик. В этом городе вы не поиграете. Ничего себе. Чё за прикол, расскажи. Да, это рок-группа запретила. А, кстати, где эта фигня? Да вам далеко. А, вам это китаец запретил, да? Да. Демократию. Ну, так а где она? Под профессиональным спортом, да? За демократией. А, так что, мне недалеко. Ну, а я у тебя играю, что ли? А с другой-то стороны. Нафига я тут стены покупаю? Так. Караван можем еще один купить.
Танчики. Откроем. Потом стали варенье. Ну не можем мы тут космической гонкой. Ну не верю, что вот можно космической гонкой. Нанотехнологии открыты, правда. Но осталось 21 ход. 21 ход остался. Не, я не верю. Не буду прокачивать пингалу. Ну можно курата, ценителя взять. Чисто, чтобы культурки побольше было. Это против... против Канады, понятное дело. Ой, блин, я ж чинить хотел. Черт. Так, ну я только в Галифаксе еще вижу, да? Он в Сент-Джоне. Давайте в Сент-Джон сначала. Там просто побольше он и, соответственно... 11 ходов до победы Канады. Да. Да не. Да-да. Ну смотри, да. Мне нужно набить в два раза больше, чем у меня есть сейчас. То есть, чем я набил за всю игру. Ты будешь ну, как? С компьютером? С этим, да. Так, электроэнергия в Родосе, в Родосе типа, с Фераксиевским появится. Компьютером, да, можно поспорить иногда. Да, блин. Ой. Не тем походил. Как он их видит, я вот не понимаю. Угля и нефти нихуя, а урана очень много. Это как... Блин, или доремонтировать здесь. Шумерную территорию у тебя, конечно. Кого? Шумира. Так это же он убил американца. Американцы столица великолепная, конечно. Ну для этого американцы, да, это. Я не представляю, как он может. А мы с термоядрами?
А, да, кстати, мы что-то не договорились. Да, я думаю, можно. Ну, наверное, традиционно уже, типа, чисто с ядерками, без термоядерок. Лёша, конечно, чудом завезло, капец. Мне, да. Так, зачем со мной военный сидит, теперь рассматривает. Да нет, у нас вроде с Лёшей уровень поднялся, я все увидел. У тебя военный союз... А у японца один город остался, да? Нет. Пять. А, нет, три. Да как пять, я ж вижу. Да, а что мне в сделках три показывает? Кайяма, Токио, Такасаки, Фукуока. Он один считает столицей, которую нельзя отрицать. Так, ну надо будет опять поставить первый посол. И в научные поотправить. Ну тут все равно наукой не победишь, но я бы вот современные самолетики бы, например, открыть. Китай, вот они. Большая страна. Кстати. Я бы в них прямо и шел. Еще ты эфиопов стена поставлена. 18 ходов. Интересно, как... Ага, нифига, там рынка над Балтим. Газарка. Минус Вася. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Подожди, у меня всего 200 монет. Он, видимо, да. А, я ж только что самолет купил, блин. Тут что-то... Что-то мало. Так это кто ушел? Шумер. Не, ну Шумер у нас тут игрок вроде как. Выглядит так, как будто бы... Тогда, если он вернется, придется грузить. Почему? Потому что я слышал, что он уходит, и я типа с компом замирился. Блин. Ну ты приколист, конечно. Не, ну я реально слышал, вот у него кто-то спросил, типа, еще начали обсуждать, типа, вот у Шумера там все плохо. И он в этот момент сказал, типа, я все. А че уйти нельзя? А получается, то есть это я виноват, довел пацана, да? А что у вас было? Меня слышно, нет? Слышно. Да. Я, короче, тоже пошел. Или принципиально доиграть надо.
А ты за кого играешь? Вьетнам. Ну, я так понимаю, что тут у тебя без шансов. Ну, наверное, да. Так он его не убьет, ему нужно просто... Просто Шумер как-то вообще, типа... Дело в том, что он с Вьетнамом... Ну, я и спрашиваю, тебе принципиально доиграть надо и... Да не, ну типа тут дело в том, что я просто бегаю по территории Вьетнама и убиваю его юнитов. Ну, вот тебе приходится убивать его юнит. Ну, я при этом играю, то есть мне это не мешает. У него юнитов нет. Да, у него нету юнитов просто. Видите, у него 193 силы. Более того, у него забирает, то есть, ну, Вьетнам конкретно не может ничего сделать. А вот Шумер как раз мог, мне кажется. У него города по лояльности падают. Мне как раз... Не, ну Вьетнам вообще некрасиво подселили, конечно. Кто его подселил? Ну смотри, вот у него вокруг стольни города американца и города Шумера. Вон Тханлонг. На самом деле, горы посмотри. Не, ну слева да, слева Китай красиво. Предложение. Про правую часть. Так Вьетнам сам, вот, ну, первые города влево ставил. А, настолько все плохо? Да. Да. То есть это вопрос к Вьетнаму, что его подселили, а не... То есть у него первые города были влево поставлены. Нет, тогда да. Может, он не разведывал вправо, потому что из того, что я помню, первого, кого он нашел, это вообще был я. Я поэтому удивился, как он через всех прошел ко мне. Слушай, ну что, а что это за... Что так мало, китаец? Ну... Мне это на один ход. Ну я это пошел. Давайте, удачи. Так я говорю, надо доигрывать, а? Ну, уходи, ладно. Ты-то точно ничего сделать уже не можешь, конечно. Я так понимаю, что Шумер тоже просто свалил, судя по всему. Не, ну канадец, какой мир, ты что? Смотри, там Китай сейчас захватывает, нам нужно что-то с ним придумать по очкам. Он захватывает сейчас... Ну, придумывай, ты у нас лидер. Ну, ты провокатор. А, то есть как против меня вы все придумываете, а как против Китая только я. Ты тут лидер, Китай не победит наукой. Не победит он наукой, 19 ходов осталось. 19 ходов осталось. Ну так по очкам как раз ты с ним конкурент, охренеть. То есть я должен пойти с ним воевать для того, чтобы ты победил по очкам. Ну вы же так сделали со мной. Так чтобы ты не победил культурой, это не значит, что кто-то другой при этом побеждал культурой. Как мы с тобой сделали? То есть были два человека, которые побеждали культурой, да? Ты и кто-то еще. И воевали только с тобой. Согласен. Смотри, ты лидер, ты такой же лидер по очкам, как и Китай. То есть, по идее, если ты ему пойдешь мешать и помешаешь ему, и выиграешь по очкам, честь тебе и хвала. Логично? Логично-то логично. Но вы хитрые. Хитрые. А ты простой, блин. Я мирный гражданин, культурный, развитый. Подожди, кто только же говорил, пойдем Китаю войну объявим? Не я вообще, не я. Не ты, да? Это бес попутал. И этого беса зовут Уилфрид. Гильгамеш меня еще осуждает публично. Меня тоже, кстати. Которого раздирают остался, Гильгамеш свалил.
Леша, таймер. А он даже в столеварение не вышел. Китайцы там предложение тебе кинул. Да. Надо, кстати, побольше этих купить танчиков, причем даже, наверное, корп. Не, лучше по одному, ладно. Лучше, чтобы их больше было. Сколько у тебя этих групп? Ой-ой-ой, сколько у него много групп. Ты можешь ко мне не идти, я через пару ходов открою космическую гонку и поверну, как он меня зайдет. Только надо делать нечего. Блин. Пока никуда не отправляем. Давайте я морской порт тут доделаю, чтобы бонусы от клеток получать. Кстати, не знаю, зачем канадец замирился с Вьетнамом, вместо того, чтобы его забрать. Не, ну у него ни спутники, ни умные материалы не открыты. Я не верю. То, что Китай может победить наука, а вот по очкам может. Ну, нанотехнологии недалеко, в общем-то. Отменяем торговый путь канадцу. Да хватит канадцу, я уже не побеждаю, уже другой лидер. В смысле? Ну, ты сейчас побеждаешь по очкам. Культурой, чтобы мне победить, мне нужно в два раза больше, чем я сделал сейчас. Потому что уже, очевидно, поздно. Побеждаю. Сейчас ты побеждаешь. Ты забираешь столицу японца и побеждаешь ты. Я не говорю, чтобы отменять тебе, но зачем отменять мне? Да ты по очкам побеждаешь канадец. Но я говорю, сейчас он захватывает столицу японца и в целом всего японца, и побеждает он. Он уже захватил столицу японца. Угу. И до сих пор по очкам не побеждаю. Ну сколько там разница? 200. Я не говорю, чтобы вы типа не голосовали, ну, зачем против меня, если лидер неоднозначный? Сейчас воюешь со своими соседями, ботами, и убиваешь. А играть мне где? Зачем играть, если ты по очкам можешь победить? Опа. Так ты все-таки планируешь культурой побеждать, раз ты... Нет, ну, игры-то они не только культуру приносят. А что еще? Ну, они там дают там разный gold promotion, там, прочие плюшки, религию там. Так нет, можно же по очкам выиграть. Ты тут говоришь, что давай тогда сразу признаем победу китайца. Ну, почему? Блин, Митя, ты сидел, первую сначала говорил, давайте признаем победу канадца и пойдем, теперь давай признаем победу китайца. Не, просто канадец же говорит, что все, китайцы побеждают. Нет, я не говорю, чтобы вы голосовали против него, я говорю, что, ну, что лидер неоднозначный, а вы все хейтите жестко меня. У тебя 3000 культуры, чувак. Да ну сейчас-то она что уже решает, у меня все открыто давно. Слушай, только я вижу, раз, два, три, четыре. 4 группы и еще 5. Внезапно. Я, кстати, хотел как раз за Эфиопа проголосовать, чтобы к нему бегала. Захейтили.
Не, вот раз не совершу такой ошибки, или хватит мне все-таки. Хватило, ладно. А, не долетает. Прикол, так. А сюда перебрасываем. Блин, захватил моего шпиона. О, у нас урана. Завались. Все, я поиграл. Модул пересюзили. Что тут построено? Хрен знает. А грена надо, чем тебе помешало? Знаете, наверное, еще один бомбардировщик и все. А, точно, ее шпиль купили, я забыл. Да, ну теперь она умеет. Тебе жалости. Ну, выехать мне все понял. Прекратились караваны во Вьетнам, поэтому тут у нас... А в этот... Кофеопу только два города видно. Установил на караване культурное господство. Ну мы, если что, осуждаем. Нормальненькая. Хуалы сейчас тоже, наверное, заберем, он даже без стен. Так, 1140. Блин, ну я не добью. Не это. Мне кажется, мне не хватит очков. 16 ходов. Надо вот тут, наверное, железную дорогу строить. Ну, стен нету, но бьется не сильно. Вроде забираю.
японец, это очень некрасиво. Предложение Феоп. И еще одно. Еще одно предложение, Феоп. Объявляет войну Канаде. О, слушайте, может эти сами отвалятся, их не трогать? Да, ну там сколько... Ну просто вот этот посильнее город... Я бы лучше его забирал. Ну, он побольше, там вот это вот. Ну, хотя... Не буду тебе делать очков, похер. Ладно, давай, ничего. Все заберем. Плохо вот эти города развил я в итоге. Можно было лучше. Ладно, смысл тут откладывать. Конечно, промышленную зону надо, ну ладно. Морской порт, потому что, ну, промышленная зона и так долго будет делаться. Так, давайте думать, как нам больше очков еще... Ну, Вьетнам мы забираем, да? Надо дальше на шумеры идти. Раз канадец почему-то ничего с ними не делает... Я не буду на канадца нападать, потому что я думаю, что это в пользу Китая как раз будет. Я нападу только если там будет оставаться между нами... Ну, я понимаю, что мы в войне, но я имею в виду вот конкретно на города, чтобы пытаться их забрать. Да, Сепар там долго присоединяется. Не буду уже Данангом заниматься. Хотя Данангом как раз можно морскими юнитами заняться, кстати. Да. Данангом можно под лодками. Так, что у нас с культурной победой? Не, уже без шансов, я думаю. Угу, спасибо.
Every life is many. Так. Я, наверное, вот тут куплю бомбардировщик. Просто нас все еще пока в плюсе. А следующий раз бомбардировщик в минус даст. Минус один, но нам этого хватит и для современных тоже. Так что здесь просто исследовательские гранты уже читаем. Ну, чтобы быстрее в современные выйти. Еще надо попробовать... Проект Манхэттен, но я его... Операция Иви. Ну, у нас мы без термоядерок, а вот проекта Манхэттен, я, наверное, он вот здесь, я думаю. Так, а линейную пехоту мы, наверное, уже не можем купить. Не, можем, 360, не, дорого. Лучше танки покупать. Так, народ уже все походил. И я походил. Так, сейчас следующим ходом посмотрим, сколько очков будет. Ну, я отстаю на 600 очков, это дохрена. Так, ну, Китай обогнал Канаду по очкам. То и говорилось. Когда ну, так, ты что это делать собираешься? Я, например, на тебя нападать не буду, хоть мы и в войне. Я чисто для того, чтобы твоих рокеров мочить гитарой по голове. Ну, он ядра строит. Нельзя, только эти вьетнамец вот ушел, он вообще-то, по-моему, ничего не мог уже сделать, так что, типа, правильно, что ушел. Думаю, вот забирать эти города или лучше Шумера. Тут просто жителей побольше. С другой стороны, я сейчас туда не доезжаю, а до Тхалонга доезжаю. И долетаю. И плюс у него стали варенья не открыты. Видите, как снижает? То есть тут не... Тут обычные стены...
Древние стены просто. Древние стены, блин. Да, минус один пошел по алюминию. Вообще, наверное, можно еще один самолет купить. Может, кстати, этот купить. Вот. Истребитель. Помню. Чего? Сказал, вон у тебя карточка есть. А карточки нет. One by one, they were all. Так, следующим ходом современные самолеты. Ну, нормально. Подождите, а японца вынесли, я ему даже ГГ не сказал, да? Да, он еще сказал, слава Украине, живее Беларусь, а ты проигнорировал. Ну, я отошел, да, прошу прощения, блин. Я так сейчас вот вернулся, не знаю, наверное, хода два назад это было, или три. Плюс-минус. Да. Черт. Вот так вот. Только сейчас увидел, что его уже больше нету с нами. Блин, на самом деле, вот в начале так все тяжко было, а потом как поменяли хоста, так вообще огонек игра. Тогда. Так, их... А, еще истребитель у нас. Ну, истребитель надо... Его невозможно пока апнуть. Давайте вот тут задействуем. Ну, значит, Леша больше косить не буду. Капец, там китаец, вы это видите? Что? Я просто спутник запустил. Весь континент? Просто весь. Ну я частично вижу, я только вот сверху там Эфиоп красненький, да? А теперь посмотри, где находится Рим. Так, а ну-ка. И все началось с него. О. Так, а ты был справа, да, получается? Вон Пекин, да? Шэндун. А, вон Шэндун. Ага.
Офигеть. Он на меня напал. А кто еще с ним напал? Эфиопия. Ай. Офигеть. Блин, ну это вообще. То есть с двух разных сторон это было очень неприятно. Не, ну слушай, Рим тебе ничего не мог сделать. Так он меня пошел грабить, пошел бить, то есть почти снес, как ты сказал, город. Бомбарды притащил. Может, либерализм лучше поставлю. И ты приехал на миллион. На а вот здесь можно писание заменить на как раз треугольную торговлю. Которая, между прочим, очень много дает. Я знаю. О, одна стена, потому что 200 почти на них давали. Ну да, это случайная технология, если была нормальная, я бы сразу знал, куда идти, и я бы здесь пизды не китайцы. Ну, если бы не случайные технологии, я бы тоже знал, куда идти. У тебя не, же не было старта. У меня старт получше. То есть я же там лидировал вначале. Так ты лидировал, потому что тебе позволили... Канадец, забирать. А чё ты ни Вьетнам, ни Шумера не забираешь? Потому что я Канада. Нужно ждать. Так а зачем ты вообще замирился с Вьетнамом? Да, чтобы поиграть, у меня там очень много стояло и... Помогло? Потом я... Нет, потом я понял, что... Шипся. Ну там... Да. Стены китайские там... Это да, все не перебить ты, никак. Ты уже видишь, какие стены у меня длинные? Я охуел, когда посмотрел. Бля, это очень красиво. Извиняюсь за мат. Ну, знаешь, если бы меня вот так сильно оба не подселили вместе с Византией, я успел взять трудовую тогда, то все было по-другому. Да. Ну вот случайные техи просто руинят. Что они руинят? Нет, руинят в принципе не тебе, а ну мне, например. Ну зато хоть какое-то, типа, разнообразие как-то надо... Не, я согласен, да. Еще надо, вот, тут еще очень важны становятся озарения, эти, то есть, чтобы увидеть, где оно, что. Да, Китай становится сильнее, благодаря случайным техам. Кстати, да. Ну, кстати, видишь, типа, ну вот, озарение, ну вот, чудо я же не рожу, типа, вот, не вижу я священок, и все, типа, вот, ну, как играть? Так, любое озарение ты делаешь, оно... Больше уже на 10%, по-моему. Не, у Китая, да, не, я говорю про Канаду вот конкретно. Вот ты, у тебя нет чуда. Ты не видишь священок, а они там вот как сейчас. Ходишь, ищешь их. Слушай, канадец, ну у тебя тоже очень, очень красивая тундра, согласись. Я согласен. Просто, ну, 2000, ну сейчас уже 2500 культуры. Ну это очень мощно. Мне повезло с соседями, я бы так сказал. Я вот у Шумера, видишь, вот справа, вот мои первые города, это вот Сент-Джон, Виннипек. То есть это прям почти столица. А он типа не против. А у меня были против. Ну, походу, вышел Вьетнам все-таки в эти... Стали варенье. Так... Я тебе с самого начала сказал, снеси Гранаду, поставь еще лишний город, убей Византию. Не, на тот момент я не думаю, что мне хотелось бы убить Византию, он уже взял крестовый поход, и у него уже были эти катафалки. Кто? Катафалк? Ну вот эти вот его уникальные, понял. Так. Катафалки. Не, он не там какой-то... Ух ты. И называется Тагмы. Блин, мне кажется, вполне возможно, если я заберу... То есть у меня еще 11 ходов, и с, вот с этими сэмлями я вполне... Так, вот сюда перебазируем. Я вполне Шумера забираю. Так мы воюем или не воюем?
Ну, я города твои забирать не буду, но юниты пообстреливать, чё нет. Стоит прямо под военным лагерем. Так это... Так, слушайте, а тут отваливается, так, надо сюда... Он рассматривает достопримечательности. Ага. А кто у меня лян из Олимпии выкинул, интересно? Что ж ты все не веришь в мою эту... Невоинственность. Блин, где он? В Хайян. Но я вас при всем при этом ни разу не обманул. Я просто. Я тоже мирный. Шурим, если на тебя пошел, то у него. А мы тебя как обманули? Вы там говорили, что я культуры могу победить, что я там лидер какой-то. Ну, если бы мы ничего тебе не делали, я думаю, там вполне могло быть. Не, если прям вообще ничего. Вообще, не знаю, ты все-таки что-то не так сделал, потому что у тебя очень много культуры, ты очень быстро вышел в рок-группу, ты где-то ты что-то не то сделал, мне кажется. Смотри, авиация прям очень далеко. Вот хорошо, а эти, год. Ладно, а ты рок-группы покупал с карточкой на выбор им прокачек или без? Не-не-не, она очень далеко. Ну, блин, нет, с твоей смысл... культурой ты мог попробовать. Мог попробовать. Нет, смотри, смысл не в том... Я уже, знаешь, как-то... Смысл был не в том, что... там, прокачках, не прокачках и так далее. Смысл был в том, что мне банально просто негде было играть. Я, чтобы играть, я плыл к японцу. На другой континент. Потому что, ну, негде. Со мной так воюют, все-таки в войне нельзя, да? Играть. Можно, но вот они юнитами двигают, и все. Можно играть. Но, типа, как? То есть они юнит просто двигают на клетку с рок-группой, она обратно в город улетает. Грязные варвары пограбили. Ты там можешь ко мне зайти на территорию, канадец? И чё, ещё раз? Можешь ко мне на территорию зайти? Блин, я не слышу в упор. Он говорит, можешь ко мне на территорию зайти? А, сейчас посмотрю. Зачем? Уже не так? Не, не могу. Ну вот видишь. Так, ну вот видишь. Вот и видишь. Вот такая фигня, малята. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас в плейлисте. Ссылка на него в описании и в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.